Примерно в 843 году до нашей эры во главе Урарту встал Сардури I. Он основал новую столицу – город-крепость Тушпа. Основной задачей Сардури I стало противостояние Ассирии. Он собрал страну в кулак и начал готовиться к новой войне. В клинописных надписях, относящихся к Сардури I, отмечается, что ему удалось остановить поход Ассирии на западе Армянского Нагорья. Иными словами, по сути, Сардури остановил войско Ассирии на границах Армянского Нагорья. После этого ассирийское войско было уже не в состоянии нанести мощный и губительный удар по Ванскому царству. Таким образом, мы можем сказать, что в годы правления Сардури царство Урарту было в начале своего расцвета. Город Тушпа постепенно стал экономическим и политическим центром.